покушал. Уже покушал, уже думает, что бы такое сделать, что бы такое совершить. Скок. Штаны уже упали. А эти еще докушивают. Набираются силы на 5 дней, на 5 суток. На 5 суток, да. Кушайте, кушайте. Кушай, Фрусечка, хотя живот у ней как арбузик. Я им подсыпала творожка с молочком, им это нравится. Гречка осталась еще, мяско скушали. Так, ну вот, хорошо. А этот ремонтировать будет плитку. Да-да, это надо поремонтировать плитку. После того, как Борислав поремонтирует крышу. Перекус. Перекуска. Творожок в молоке.